Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» состоится 21 августа на территории Большой Поляны в усадьбе и парке деревни Захарова. Мероприятия фестиваля проводятся под открытым небом. Сценой становится все пространство парка и музея-заповедника. Когда-то маленький Пушкин гостил в этих местах, слушал сказки своей няни Арины Родионовны, изучал русский язык. Фестиваль «Традиция» объединяет разнообразные жанры и направления искусства – музыку, поэзию, философию, литературу, историю. Вход свободный для всех желающих.